Добрый день. Если у вас в квартире немного холодно и вы хотите быстро поднять температуру, но при этом не хотите тратить деньги на оплату счетов за электроэнергию, на всякие нагревательные дополнительные электроприборы, то рекомендую следующий простой лайфхак. Я поставил на батарею отопления сверху, на радиатор, вот такой вот вентилятор. Он, вообще говоря, предназначен для вытяжки в ванной или на кухне. Вот, подключил его к обычной розетке через штепсель с выключателем. И теперь в любой момент, когда я чувствую, что у нас прохладно в комнате, я его включаю, и он вот здесь высасывает воздух. Вот написано, вот стрелочка, по стрелочке вверх. Отсюда, потому что естественной конвекцией воздух через батарею проходит достаточно медленно, а здесь конвекция усиливается, воздух проходит быстрее, теплопередача возрастает, и больше тепла забирается от батареи. В комнате становится теплее. При этом вы практически оплачиваете только стоимость дополнительных 10-15 ватт, это мощность этого прибора. Вот. А тепло вы забираете из общедомовой отопительной системы. Вот, и не платите за это дополнительное тепло ни копейки. Вот опять же, если у вас нет счетчиков тепла, в обычных квартирах их не бывает. Вот, спасибо большое за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, у меня еще много видео аналогичной тематики.